с вами рубрика МЧС за ЗОЖ, и я ее ведущая Алена Алексеева. Сегодня в парке Горького на 3-м международном пожарно-спасательном конгрессе проходит соревнование по пожарному футболу. Ребятам нужно в полной боевой экипировке, вес которой более 20 килограмм, поиграть в футбол и выиграть обязательно. Но для этого они всегда тренируются. Сейчас вам покажу упражнение, которое позволит натренировать мышцы спины, улучшить силу рук и функциональную выносливость. В этом мне поможет Евгений. Пожарный из Челябинска. Берем пожарный рукав. Данное упражнение можно выполнять в любой пожарной части. Делаем наклон и мах назад. И вместе, поехали. Раз, два, четыре. При выполнении упражнения следите, чтобы спина была прямая и руки были также прямые. Вот, видите, все как просто. Вес данного рукава 10 килограмм. Его можно заменить любым утяжелителем. Данную рубрику сегодня мне помогал вести Евгений Головлев, лучший пожарный 2021 года Челябинска. России. И всей России, представляете? Просто лучший. Страна должна знать своих героев. Тренируйся вместе с нами, будь здоров, живи спортом.